Следственный комитет края проводит проверку по факту удержания пенсионерки в автобусе 53-го барнаульского маршрута. Материал об этом накануне вышел в эфире наших новостей. Напомним, 77-летнюю жительницу краевой столицы Надежду Бражникову в течение часа не выпускали из душного автобуса лишь потому, что она забыла дома пенсионное удостоверение, хотя проездной у нее был с собой. Вызволить женщину из плена смогла лишь ее дочь. Она же и вызвала скорую. Следственный комитет начал проверку работы транспортной компании. В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также дать юридическую оценку действиям водителя и кондуктора транспортной компании на предмет оказания услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.